инфраструктурная поддержка инвестиционных проектов, обеспечение навигации по Севморпути, а также создание международной арктической станции. Эти вопросы легли в основу заседания Президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики. Участие в нем принял губернатор Архангельской области Александр Цибульский, директор Национального парка «Русская Арктика» Александр Кириллов. Развитие Национального парка «Русская Арктика» – самой северной и первой по величине особо охраняемой природной территории России – стала темой обсуждения заседания. Среди важных направлений развития территории была выделена деятельность по модернизации туристской инфраструктуры. В этом году была разработана первая комплексная программа развития национального парка с 2021 по 2024 годы включительно. Программа включает в себя три основных направления. Первое – это развитие туристской инфраструктуры, второе – это развитие природоохранной деятельности, и третье – это развитие научных и археологических исследований. Общий объем финансирования программы – 2,3 миллиарда рублей. По итогам совещания Юрий Трутнев дал поручение Минфину и Минприроды России найти источники финансирования данной программы в течение ближайших двух недель.